вечер. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Елена Тарасова и Кирилл Политов. Смотрите сегодня выпуск. Выпускной по неволе. Почему в барнаульской школе решили избавиться от нескольких десятков учеников? Обещанного 3 года ждут. Жители алтайского поселка получили детский сад спустя несколько лет. На четверочку. Почему футбольная «Динамо» вновь не смогло занять призовое место в чемпионате? Родители и ученики 69-й барнаульской гимназии в шоке и недоумении. На предвыпускном собрании им неожиданно сообщили, что из 110 девятиклассников в 10-й перейдет только половина. Остальные идите куда хотите. Почему так получилось и законно ли это, разбиралась Ольга Калачева. Марина не хочет, чтобы ее узнали, поэтому попросила, чтобы мы скрыли ее лицо. Ее сын учился в 69-й с 1-го класса. Когда узнал, что ему придется уйти из школы, даже плакал. Вроде ни двоечником, ни хулиганом никогда не был. Нам объяснили это тем, что 10-й класс должен учиться обязательно в 1-ю смену, а у школы нет такой возможности, чтобы выделить классы для 3-х-10-х классов. В день защиты детей мы отправились в 69-ю школу. И там уже сами ученики 9-х классов подтвердили нам, что за место в 10-м развернулась настоящая война. Говорят, победу в ней может одержать только тот, кто станет лучшим по результатам рейтинга. Иными словами, получит хороший аттестат и удачно сдаст английский. У нас всего 4 9-х класса сейчас, а делают, скорее всего, 2 10-х. Ну, идет конкурс в 10-й класс. Классы с углубленным изучением английского языка, естественно, будет отбор. Но классов-то будет не 4, а 2 класса десятых. 2 с углубленным изучением. Ну а остальные дети куда? Остальные дети посмотрим, сколько будет желающих. У нас в прошлом году было 4 класса. Желающих было всего на 2 класса. Но они говорят, что эта ситуация повторяется из года в год. Что неугодных детей вы просто-напросто отсеиваете, выгоняете из школы. Такого нет. Неужели родители и дети 69-й гимназии нас обманули? Как сообщил нам сегодня в кулуарах директор одной из барнаульских школ, обмана здесь нет. Элитные образовательные учреждения города действительно ведут негласный строгий отбор учеников, ведь они борются за свое место под солнцем. Ведь Миноборнауки поощрит рублем только за хорошие показатели. Но в городском комитете по образованию эту информацию решительно опровергли и заявили, что в такие игры школы Барнаула не играют. Закон об образовании в Российской Федерации, который говорит нам о том, что среднее общее образование является обязательным, у нас никто не отменял. Соответственно, дети, желающие продолжить обучение в 10-11 классе, естественно, будут туда приниматься. Работать в 1 смену школы края начнут не раньше 2025 года. Поэтому ученики 69-й гимназии могут не бояться. Каждому из них место в 10 классе в этом году точно найдется, заверили в комитете. В то же время ситуация с местами пока очень туманна. Сегодня мы обзвонили несколько соседних 69-й школ и узнали, что свободных мест для 9-классников у них нет. Обещаем следить за развитием ситуации и осенью сообщить, где все-таки продолжают обучение 9-классники из 69-й гимназии. Ольга Калачева, Александр Морозов. Наши новости. Робототехника, стволовая медицина и развитие суперспособностей. Сегодня, в День защиты детей, на базе ведущих вузов края открылись центры молодежного инновационного творчества. Школьники, студенты и даже взрослые теперь смогут получать дополнительные знания в технических и естественных науках. Подробнее Екатерина Гаськова. Животноподобные роботы – своего рода конек студии робототехники «Интеркод». Это доступный способ рассказать детям о фундаментальной науке, говорит руководитель Сергей Умбетов. Теперь, когда на базе студии появился настоящий центр инновационного творчества, а их сейчас создают по всей стране, конструированием роботов дадут заняться и первоклашкам. Конечно, это профориентация, то есть будущее не обязательно именно там в робототехнику, то есть просто, наверное, именно в прикладные, в инженерные специальности. То есть это и программирование на самом деле, и инженерная графика. То есть, в принципе, такая общая специализация. Всем, кто попадет в эти инженерные сети, руководители студии уже приготовили работу. В ближайшее время в кружке робототехники планируют с помощью 3D-принтеров создавать портативные протезы. Сегодня на базе ведущих вузов открылись еще несколько центров инновационного творчества. В Алтгуф, Политехе, в Аграрном, а также в Наукограде, Бийске. Набирать туда планируют всех желающих, и школьников, и даже взрослых.
Это открытые площадки, где каждый желающий может с использованием имеющегося оборудования воплотить свою идею в жизнь, иногда даже самую безумную. У нас, например, это могут быть идеи относительно биомедицины и создания нейротехнологий. Так, в классическом вузе решили сделать настоящую кузницу кадров для здравоохранения, причем для его самого современного и уникального направления – регенеративной медицины. Работа на экспериментальных лабораторных животных, также разработку лекарственных форм, таблеток, капсул и так далее. Все они это осваивают и, возможно, это как-то смотивирует их в эту область. Открытие центров инноваций под стать своему назначению состоялось достаточно технологично. Вузы вышли на конференц-связь друг с другом, а главе региона доверили запустить процесс нажатием символичной кнопки. Площадка, она возникла не сама по себе. Это этап очень серьезной системной работы, которую мы проводим во взаимодействии с нашими вузами Алтайского края, передовыми производствами. Сами руководители центров творчества говорят, это большой вклад в будущее науки и образования. Даже если начинается все с простенького робота. Екатерина Гаськова, Николай Шилко, наши новости. Временный ректор взамен уволенного. В Алтайском политехе назначен исполняющий обязанности ректора вуза. Место неожиданно снятого с должности Александра Ситникова временно занял Андрей Максименко, проректор по научно-инновационной работе. Впрочем, как сообщает пресс-служба университета, приказ о его назначении датирован еще 26 мая. Но получается, документ появился сразу же после того, как министр образования Дмитрий Ливанов раскритиковал руководство технического вуза. Когда в политехе будет назначен постоянный ректор, неясно. По уставу университета кандидатуру определяет Министерство образования. Но в ЛГТУ не исключают, что эту норму могут поменять и сделать должность ректора избираемой. Тогда выборы могут состояться уже осенью. Если нет, то решение о назначении нового ректора может появиться в ближайшие дни. В День защиты детей в селе Березовка Первомайского района открыли новый детский сад. Его появление жители ждали несколько лет. Все это время возили детей в дошкольные учреждения соседских поселков. Как решилась проблема, расскажет Анастасия Дороган. Перерезать эту красную ленту за последние 10 лет мечтал каждый здешний родитель. Единственный еще советского времени постройки детский сад в поселке с многотысячным населением принятие желающих не мог. Выкручивались как могли. К примеру, Илью Смирнова 3 года возили в соседнюю деревню. Рано надо было вставать? Ну да. А я вообще мать уставала в 6 часов. Ну, 19 августа день рождения, в этих 7 лет. 7 лет тебе будет в августе? Этот сюжет мы снимали 3 года назад. Тогда новым детским садом должно было стать это здание. Но в последний момент его продали под многоквартирный дом. А бывший глава поселка заявлял, нового детского сада здесь и не будет. В своей очереди Илья так и не дождался. Осенью уже идет в школу. Но 140 малышей войдут в новые двери этим летом. Они заполнят все 6 групп. Вероника Григорьева заселиться готова была хоть сегодня. До этого все 5 лет за ней присматривала бабушка. Пол 6 залетает к нам в комнату и говорит, а мы в садик не проспали? Я говорю, нет, иди еще маленечко поспи. Но она так толком не спала, все ждала, когда мы поедем. Когда объявили детсаду быть, ни дети, ни взрослые не верили, что он все же откроется. Много было всевозможных подоплек, что это строится частный детский сад. Многие говорили, что его в итоге вообще не построят, начнут и будет там десятилетиями строиться. Детский сад построили за год. Из районного бюджета потратили 120 миллионов рублей. Теперь он примет больше половины очередников Березовки. Для воспитанников уже составили плотное расписание. Уроки психологии, развития речи, танцев, вокала и физкультуры на тренажерах. Завтра здесь начнут заниматься группы кратковременного пребывания. А остальных воспитанников примут к концу июня. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. С сегодняшнего дня российские коммунальщики смогут взыскивать просрочку за услуги ЖКХ по упрощенной схеме. По вступившему в силу закону получить судебное решение против должника теперь можно в предельно сжатые сроки и без его присутствия. Порядок распространяется на всех, кто не оплачивает коммуналку на протяжении 3 и более месяцев. Сначала неплательщиков предупредят о задолженности и отключат одну из услуг – свет, воду или канализацию. Если и после этого долг не будет погашен, поставщики энергоресурсов или управляющая компания смогут обратиться в суд. Причем составлять иск организациям сейчас не обязательно, достаточно лишь заявления и документов, которые подтверждают просрочку платежей.
суд рассмотрит обращение в течение 5 дней и без вызова сторон. Такую схему всецело одобряют алтайские поставщики ресурсов. Они полагают, что она позволит в разы уменьшить число злостных должников. А вот многие руководители управляющих компаний края не столь оптимистичны. По их мнению, вырастет нагрузка на судебных приставов. При этом описывать имущество или другими способами погашать долги будет по-прежнему непросто. Будет более большой объем захвата именно должников, то есть будет больше находиться исков в суде. Алтайские дети хорошо знают, какие у них есть права. Это показали результаты конкурса творческих работ, который провело отделение партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае. Партийцы также организовали для жителей Барнаула масштабный праздник. Главные зрители – дошколята, они же и участники краевого конкурса рисунка о правах ребенка. Для 6-летней Насти он стал первым и настолько серьезным. Идею своего рисунка придумала вместе с мамой, а теперь уже и без помощи говорит, на что может рассчитывать каждый ребенок. Право на свободу, на защиту, на рождение, на отдых. Я передала ведерко, машину, грузовичок, мячик. А ведерко и машинка – это каким правом? На отдых. Праздник – не единственный подарок. В 7 районах края накануне появились современные спортивные площадки. Открыл их депутат Государственной Думы Александр Терентьев. Это уже у нас 51-я площадка. В перспективе до 100 спортивных площадок на всей территории Алтайского края мы хотим построить. Все эти мероприятия – специальный проект «Справедливая Россия детям», который партийцы реализуют в крае уже 8 лет. Защита детства для справедливоросов – не редкий праздник, а ежедневная работа. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. В театре музыкальной комедии этим летом начнется долгожданный ремонт. О выделении средств накануне заявил губернатор края Александр Карлин. Глава региона признал, что среди многих театров, которые расположены в Барнауле, театр музыкальной комедии оказывался обделенным. Ремонт зданию требуется капитальный, но пока средства 10 миллионов рублей выделяют только на решение самых проблемных бытовых вопросов. А именно проведут ремонт сцены и зрительного зала. Поработаем по интерьеру зала. Предстоит ремонт, правда, не такой богатый, как хотелось бы, но достойный. И полная замена театральных кресел. Это удовольствие не дешевое, но мы посчитали и решили себе его позволить. Футболисты барнаульского «Динамо» ушли на краткосрочные каникулы. Чемпионат «Сине-белые» закончили на 4-м месте. Болельщики, которые привыкли видеть «Динамо» в лидерах, в недоумении. В числе них и мой соведущий, поклонник «Сине-белых» Кирилл Политов. Любимчик публики буквально на расхват. Еще бы, ровно 100 матчей за родную команду. Юбилейной для Евгения Щербакова стала заключительная игра чемпионата против Омского РТШ. На память символичная футболка и фото с поклонниками. Вот она, настоящая народная любовь. Из 100 лучших «Динамо». Да, наверное, это весь 2014 год, потому что тогда я реально в 16 играх набрал по 7 гол плюс пас, 18 очков, как бы они все были лучшими. Вот 2014 год при Арефине были вот самые такие запоминающиеся. Ну и 5-й год, 2005-й. В целом же сезон Щербаков охарактеризовал кратко скомканно. Неудивительно, весь чемпионат команду постоянно лихорадило. Один раз динамовцы даже рухнули на последнее место. Тяжелый подъем с глубины и финишный свисток застал барнаульцев на 4-й позиции. Увы, опять даже не в тройке, скажут болельщики. Впрочем, на бронзу с такой игрой в обороне рассчитывать не стоило. В середине сезона даже пришлось дозаявить опытного Антона Васильева. Немного полегчало. Все было в наших руках, даже в этой ситуации. Могли спокойно занимать 3-е место, но случилось так, как случилось. Это футбол. Единственная ложка меда в этой бочке дегтя завершившегося сезона – кубковая встреча против клуба из футбольной национальной лиги. Приезд команды рангом выше красноярского «Енисея» стал словно праздником для соскучившегося по статусному футболу Барнаула. Придется подождать еще как минимум до следующего сезона. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Чтобы детство было ярким, сотрудники одного из крупнейших предприятий Барнаула подарили сразу нескольким десяткам городских ребятишек всего один подарок. Но он пришелся по душе и детворе, и родителям. Так что же это за сюрприз, расскажет Елена Макаренко.
Барнаульский двор словно отдельный детский сад или начальная школа. Так много ребятишек здесь еще не собиралось. А все потому, что площадка у дома теперь не унылая и серая, а чистая и яркая. Мне нравятся новые карусели, качели. Раньше она какая-то была вся скучная, даже не покрашенная. Я ходила на то, что прямо вот через несколько дворов. Она, мне кажется, была получше. А сейчас моя, мне кажется, лучше всех, без сомнения. Новую жизнь двору подарило барнаульское предприятие. В преддверии Международного дня защиты детей его сотрудники не только отреставрировали и покрасили уже имеющиеся карусели и качели, но и установили новые аттракционы. К тому же открытие обновленной площадки отметили веселым праздником. Это уже 7-й двор в индустриальном районе Барнаула, который отреставрировал барнаульский пивоваренный завод. И на этом предприятие с сильной социальной политикой не намерено останавливаться. Дети в приоритете, поэтому, конечно, еще будет много площадок. Сколько есть средств, все направляем. Они ценят помощь. Особенно вот посмотрев на улыбки ребятишек, да и родители тоже, они подходят и говорят спасибо. Чтобы детство было не только ярким, но и активным, в местной детворе предприятие подарило футбольные мячи. Елена Макаренко, Александр Антропов. Наши новости. А на этом наш выпуск завершен. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Хорошего вечера. До встречи в эфире.